Здравствуйте, компания Progress Auto и обзор мини-трактора CB227. Такой вот полноприводный тракторок с куном и фрезой поступил у нас на продажу. Коротко по его состоянию пробежимся. Начнем с погрузчика непосредственно с установки. Так вот у нас выглядит крепление, гидроцилиндры, гидролинии, все сухо, все на месте. Ковш у нас на быстросъеме, соответственно, его можно скинуть, буквально вытащив пару пальцев. Гидролинии все, опять же повторюсь, достаточно сухие, целенькие, без замечаний. Козырек у нас также, естественно, присутствует на тракторе, в комплекте с ним идет. По шинам, шины японские, достаточно хорошим остатком. По заду левое колесо видим, что потертое, то есть остаток у него где-то процентов 60. Правое колесо поменено на новое, здесь у нас остаток 100%, то есть просто новая шина. По передним остаток гораздо больше, то есть гораздо больше левого заднего, поэтому я думаю, что шины очень долго еще не принесут никаких сюрпризов в жизнь нового владельца трактора. Трехточное навесное устройство, без дополнительных гидрорегулировок, все просто, надежно. Фреза с плужком, то есть вот один ряд, либо барана небольшая, то есть диск тут присутствует. Все на месте, все в комплекте, также с трактором идет, колеса упорные для фрезы. Фреза 1,40 м, ножи. Ножи новые, то есть износа на них просто нет. По остальному. Наработка 725 моточасов. Здесь у нас регулировка положения фрезы, коробка переключения передач, отключаемый полный привод, раздатка, все как обычно. Вал убора мощности, 4 передачи слева под ногой водителя. Ну, экран гидравлика, понятное дело. Погрузчик. Все на холостых. Плитку портить не будем. Все на холостых, поднимается, естественно, опускается. То есть без проблем функционирует. Покажу сейчас быстросъем на ковше как раз. Вот они, эти шпринты, то есть шпринт вытаскивается и спокойненько скидывается ковш. Здесь просто крючок, соответственно. Поэтому такой тракторочек работает достаточно ровно, без проблем. На газ отзывается максимально быстро. Поэтому приезжайте. Естественно, реверс у данного трактора есть, забыл упомянуть. Реверс в наличии, то есть здесь очень удобно будет пользоваться вилочным, фронтальным, прошу прощения, погрузчиком за счет как раз наличия реверса. Поэтому приезжайте, компания Progress Auto, будем рады вас видеть.